И сегодня же президент Украины Петр Порошенко отдал на обсуждение Верховную Раду указ о частичной мобилизации. Этот документ спровоцировал драку. Страсти между парламентариями разгорелись после выступления депутата от партии регионов Николая Левченко, который заявил, что после утверждения указа о частичной мобилизации надежды на завершение войны, которая продолжается на юго-востоке Украины, рухнули. Председатель Верховной Рады Александр Турчинов распорядился отключить парламентарию микрофон и пригрозил удалить его из зала заседаний. К Левченко сразу же подбежали депутаты от националистической партии «Свободы». Завязалась подтасовка. На помощь к регионалу со своих мест спустились его сторонники. В итоге дело закончилось тем, что Рада удалила на 3 дня из зала заседаний Левченко. В поддержку соответствующего решения на заседание проголосовал 171 народный депутат.